Спонсор программы ИП Сивкова Марина Балакановна. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Поставь теплицу. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатно. Монтаж быстро. При покупке теплицы скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь УКИТ Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. До деревни Красный Овцевод от Омска 115 километров. Это Черлакский район. Населенный пункт Молодой образовался в 1933 году. Старожилы помнят, как строили здесь всем миром глинобитные избы. Жилье распределяли по жребию. Первые жители обосновались на Ильинских озерах. Разводили много птицы, уток и гусей. Но из-за сильных ветров переселились поближе к Колкам. Здесь деревня стоит и поныне. Название «Красный овцевод» – дань прошлому. В 50-е здесь стали разводить овец, поголовье доходило до 3000, а прилагательное «красный» было в ту пору модным словечком и означало «передовой». Сейчас в деревне крупных хозяйств нет. Люди работают у фермеров из соседнего села Иртыш. Работает школа 4-летка, где обучается 11 ребятишек. Еще столько же посещают детскую подготовительную группу. Есть дом культуры, библиотека, магазин и фаб. Воду берут из колодцев, один из них отреставрировали бывшие местные жители, которые давно уехали отсюда, но родину свою не забывают. Проживает в Красном Овцеводе около 300 человек. Улица Садовая в деревне Красный Овцевод – самая зеленая. Такое название ей дали потому, как был когда-то на этом месте большой колхозный сад. Разбили его первые поселенцы. Рядом с крепкими современными усадьбами одиноко стоят заброшенные саманные избы. По соседству с этим домиком жила большая семья раб. Отсюда, в 42-м, родители проводили на фронт 17-летнего паренька Колю. В Черлакском районе осталось всего 8 участников Великой Отечественной войны. Николаю Петровичу Раб 95. В деревне он единственный живой свидетель той страшной войны. Сейчас фронтовик живет вместе с дочерью и семьей внука, все на той же улице Садовой. Родом он из села Благовещенка Калачинского района. Это дом, где он появился на свет. Красный Овцевод семья переехала в 38-м. Парень в то время получал профессию в школе фабрично-заводского обучения, но все планы пришлось изменить. Вмешалась война. В 41-м году я как раз поступал в Тобольск, ПЗО. И тут как раз надо было выезжать, а тут объявили 22-го. Июня. Война. В Иртыше на площади здесь связь поставили, раскинули борты, сделали трибуну, и был на площади митинг, что началась война. В мае 42-го его отправили в соседнее село Иртыш на Всеобуч. Здесь молодых парней готовили к войне, учили копать и маскировать окопы, знакомили с оружием. Ну и вызвали военкомат, отпечатали заявление, прочитал, остается что? Расписаться. И все, расписался, и стали формировать в Черемушках, под Омским, нашу бригаду добровольцев. 27 сентября 1942 года Николай Раб в составе 75-й стрелковой гвардейской бригады был отправлен на фронт. Тогда ему не было и 18. Сначала привезли в Москву, потом шли пешком 80 километров до станции Тучково. Там и ждали дальнейшего распределения. И послали нас под город Белый. Это Смоленская область. Поездом нельзя было ехать, бомбил железную дорогу. И мы 208 километров
пешком. На станции Селижарова выгрузили и под Белый пешком шли. Все скрыто, по лесам, по болотам. Все проходили, все разбито, железные дороги разрушены. Каждая рельса с шашкой взрывалась, чтобы не быстро не восстановить. Здания, города, все побито было. И каждому уже в душу влазило, что надо отомстить. Первое боевое крещение Николай Раб принял в боях по освобождению города Белого в Смоленской области. Страшное сражение на передовой запомнил на всю жизнь. Тогда он понял, что война никого не пощадит. Каждая минута может стать последней. Мы автоматчиками были на танках, десантом. Вырывались в расположение врага. И громили. Эта война есть война. Если ты врага не уничтожишь, то он тебя уничтожит. Это каждый старался, кто кого убьет. Случаев, когда Николай Раб был на волосок от смерти, и не сосчитать. Трижды был серьезно ранен, чудом остался жив. Считает, что оберегали его материнские молитвы. Первый раз был ранен под Белым. Город Белый. Второй раз в Великих Лунках. А третий раз в Калужской области, Спасдемьянский район. Первый раз в ногу был. Правое бедро и правая голень была. В этом месте и вот здесь вот вышло. А второй раз касательное против сердца 10 сантиметров мякоть рассекло. И чтобы движение маленькое, и осколок был бы в сердце. В рубашке, как говорится. На его глазах гибли боевые товарищи. Самое страшное, говорит ветеран, что приходилось привыкать к этому. А привычка какая? Одна мысль, что через какие-то секунды и ты будешь так же валяться. И вот эти трупы, когда бой идет, их никто не убирал. Но зимой он замерзнет сюда-туда, и вон и танки идут, и по трупам попадал. А летом-то он час полежит, гимнастерка лопалась, вот так вздувало его. Как потом эти вот трофейные команды, эти, которые подбирали, как с ними, не знаю. Грузились на машине там в эти воронки, в братские могилы возили. Это не ума не представишь. А он выжил всем смертям назло. Хотя в родной деревне все его считали погибшим. Родители получили похоронку. Ваш сын, раб Николай Петрович, убит в Смоленской области в бою у деревни Цигули. Похоронен на воинском кладбище. Слава Богу, это оказалось недоразумением. Перепутали его с другим солдатом. Получилось как? Уже стало темнять. Нас отозвали оттуда, с передовой. И это, под лесом стоим, а на рациональную или что, командиров, видно, водили, как дальше наступать. Ну и командир роты, видно, знал, что у меня оружие надежное, все уже по дисциплине знал. Раб, я тебе автомат возьму. На шее висел автомат. Я снимаю, отдал ему. Ну и все. На утро на исходный рубеж взвод выходит. Три танка подошло. Ну, тут минут через пять команда на танки садится. Ну и часть бойцов бежала впереди, а как командир взвода, как по середке вроде. Ну и видно, оглянулся, чтобы крикнуть побыстрее или чего. А я позади его. А ты, раб, куда бежишь?
За мишень, что ли? Вернись. Вот. Ну, а я пошел в блиндаж туда, санитарки были там, и с ними ночь находился. Вот после этого уже я у убитого автомат взял. Уже не знаю ни рота, ни взвод. В этого автомат взял, 4 диска на поле боя подобрал и подзарядил, чтобы на холоде не, уже в ноябре месяце было. Ну и подразделение шло, другое, рота или кто там, тоже 3 танка было, по 10 человек на танк. Ну и я с ними, все равно судьбу, когда решать. И с ними поехал, с этим, с другим подразделением. 27-го меня в бой пошел. Ранило в ногу. Нет. Что мне фактически уже 30-го ранило. А в похоронке же 27-го убиты. Видно, с этим подразделением как пошел. Сведения не дали. Никто. Что. И вот так получилось. А потом, когда отец умер, я эти бумаги перебирал, и попала эта похоронка, думаю, я же живой, да? Дурь в горло зашла и взял похоронку. За один день в боях, рассказывает фронтовик, бывало теряли десятки однополчан. Одному старшине он обязан жизнью, он принял огонь на себя. Человек 10 был. И они этот тихонько согнувшись зашли в окоп. А потом дружно как выскочить, окоп не сильно глубокий был, что они махом и вот так сразу выскочили. И старшина с ручного пулемета по ним косанул. И они в этот траншею и опять ушли туда. И вот если бы не этот старшина, секунды были, меня жаром окинуло. Все. Если бы было с автоматом, я бы дал бы очередь, а с винтовки, что раз выстрелишь, и тебе конец. Так вот, миг вот этот, что он, когда они выскочили, он заторчил, они опять траншеи ушли. Это был последний бой гвардии рядового Николая Раб. 7 ноября 1943-го он был эвакуирован в глубокий тыл в Омский госпиталь. В общем, я с этим ранением 5 месяцев в госпитале был, с челюстью. Ну, а потом дали третью группу и отправили домой. А дома я побыл. Ну и раз комиссию прошел до Омска, доехал, посмотрели, гоним не строевой, распоряжение райвоенкомата. А разбирали на заводы, ну и везде, кому требуется рабочий. А Камышинское танковое училище было эвакуировано в Омск, КТУ называлось. И это... Приходят 2 лейтенанта, 10 человек в училище набирали. Там были не строевики, а потом их признали строевыми, забрали на фронт, а нас, не строевиков, на их на место. Там оружейный мастер, там по танкам, хозвод по обслуживанию училища. А я попал на должность лаборантом огневого цикла. Тот майский день, когда пришло известие о победе, навсегда врезался в память. Ветеран вспоминает, как суровые мужчины, бывавшие под пулями и не раз повидавшие смерть, плакали, как дети. А я в танковом училище как раз был. И в Омске день победы встречал. Это
невозможно представить, народ до того так рад был. И там площадь училища была, и пляшут, и плачут. И, вот. Эти военные стреляют, салютуют. Ужас был, вот. Радость такая была. По ночам ему все еще снятся бомбежки, горящие танки и убитые фронтовые товарищи, совсем юные мальчишки. Об одном мечтает сегодня солдат Победы, чтобы такого ужаса больше не повторилось. Я бы сказал так, вот, 75 лет Великой Победы, это на гитлеровском фашизме, вот, 75 лет мы живем в тишине, в мире. И вот выпало послевоенному поколению великое счастье, что они не испытали ужасов войны, вот. Слез, горя, голода, холода, крови, как испытало довоенное поколение. В октябре 45-го Николай Раб демобилизовался, вернулся в родную деревню. Хлебнувший фронтового лиха, он взялся за новое дело. В годы освоения целинных и залежных земель организовал звено из добросовестных, трудолюбивых людей. Добивались небывалых урожаев. За это был награжден орденом Ленина и знаком почета. Позднее Николай Петрович прошел трехмесячные курсы шоферов, получил права и стал механизатором широкого профиля. Освоил всю имеющуюся тогда сельскохозяйственную технику. Как раз пришел первый выпуск «Беларуса», трактор «Беларусь». Механик с деревни приезжает. Ну что, Петрович, пойдешь на трактор? А тогда были эти со шпорами, хотя же эти железные. Я на тот еще трактор хотел. Вот. А он уже знал, что желание было. А тут Беларусь на резиновом ходу, и дизельный мотор, все. Вот. Ну, или пойду, так я говорю, с трактором-то не знаком. Вот. Инженер, механик. Пойдем. Стоял Беларусь там на площади. Показали, как завести. Ну, залазить вышка после машин. А кабины, что на тракторах не было. Ну и это. Завел я, сел на трактор по ограде, поездил, газёр чувствуешь, мощь. И поехал домой на тракторе. 23 года я на Беларуси до пенсии. Работа работой, но и для любви время находилось. Приглянулась ему тогда деревенская девушка Антонина. В феврале 46-го сыграли свадьбу, вырастили 5 детей, отметили серебряную свадьбу. Вот только до золотой его Тоня не дожила совсем немножко. Дочь Люба пообещала заботиться об отце. Свой парадный костюм ветеран надевает исключительно в День Победы. Здесь самые дорогие награды – юбилейные медали, орден Великой Отечественной войны первой степени, орден Ленина, а медаль за боевые заслуги гвардии рядовой Раб получил за то, что уничтожил вражескую пулеметную точку. Каждый год 9 мая ветеран берет в руки гармонь. И хотя инструмент расстроен, пальцы кнопки не забыли. Знаменитую подгорную Николай Петрович не раз играл на привале. Ветерана сейчас 9 внуков, 12 правнуков и 1 праправнук. До каждого он пытается донести, какой ценой им далась победа, чтобы ценили потомки подвиг русского солдата и гордились своей великой страной. В этом году парад Победы проходит в домашнем кругу. Ветеран с речью выступил. Ответное слово держат правнуки.
Рассказ ветерана. Я, ребята, на войне. В бой ходил, горел в огне. Мерз в окопах под Москвой. Ну, как видите, живой. Не имел, ребята, права я замерзнуть на снегу, утонуть на переправах, дом родной отдать врагу. Должен был идти я к маме, хлеб простить, косить траву, в день победы вместе с вами видеть небо синеву. Я веду сегодня речь вот о чем, ребята. Надо родину беречь по-солдатски свято. Правнук Иван лучше всех знает боевой путь своего прадеда. Все подробности и детали. Еще дошкольником написал первую исследовательскую работу. Постепенно дополнял новыми рассказами и фактами. Это будет самой дорогой семейной реликвией. Пройти войну – это уже подвиг. А еще и остаться в живых – это, можно сказать, как легенда уже. Спасибо, дедушка, за победу. Ты для меня настоящий герой. Семнадцать с половиной лет было, когда я ушел на войну. Жить очень хотелось. Еще белого света, так сказать, не видел. А погибать-то не хотелось, жить хотелось. И одна мечта была, что как выжить. Судьба такая, выжил. Любовь Николаевна к ветерану ближе всех. Характер отца уже изучила. В хорошем ли настроении, видит, когда он устал или чем-то расстроен. Но в душу с расспросами не лезет. Говорит, не любит он этого. Ну, уже когда пошел на пенсию, уже мы стали больше его видеть. И то он все в работу, сенокос, дрова, все это его самое любимое. Так что, конечно, восхищаемся. Вот, и я говорю, дал Бог бы им всем здоровья. Очень жаль, что кто-то уходит, конечно, из жизни. У нас дедушка тоже был на грани этого, но все, встал на свои ноги, пошел и... Конечно, будем, я уже и говорю, он у нас как хрустальная ваза, вот, поэтому бережем. 2 года назад Николай Петрович перенес 2 тяжелых операции, одну за другой. Еле выходили, говорит Любовь Николаевна, заново ходить учился, сдал сильно. Тогда дочь и забрала его к себе, ни в какую не соглашался покидать он родное гнездышко, где росли их дети, и он был счастлив со своей женой. Домик этот на одной усадьбе находится. Так и ходит сюда Николай Петрович каждое утро. Печи стопит, кошку да собаку накормит. Потом идет в лес. По весне соку березового насобирал, веток сухих натаскал. Говорит, и рощу очищу, и баньку протопить хватит. Даже помидоры на рассаду посеял. А в прошлом году на ближних полянках сам сено литовкой накосил, высушил и в сеновал заложил. Корову зиму прокормили, еще и козе осталось. В общем, без дела ветеран не сидит, привык быть хозяином. Вот бак прохудился, надо починить. Я его резину подложил, сверху накладку, а потом болтиками скреплю. И протекать не будет. Дождевую воду собирай. Николай Петрович говорит, что он счастливый человек. У него есть крыша над головой, он сыт и одет. Он может ходить, слышать и видеть, как начинается новый день без взрывов и бомбежки. А главное, рядом с ним самые родные люди, ради которых он и выжил всем смертям назло. Но прошлое осколком бьет, жизнь разрывая на фрагменты. Война живет в нем до сих пор, под каждым в теле сантиметром. И просыпаясь, каждый день война приходит в его мысли, лишь потому, что ее тень так и осталась в его жизни. Светлана Карабань – садовод-любитель хоть и с большим стажем, но долго не могла определиться, какую модель теплицы выбрать для своих 300-ок. Хотелось, чтобы была крепкая, надежная, просторная и прослужила не один год. Остановилась на теплице «Народная» и не прогадала – это идеальный вариант для любого приусадебного участка.
Я в прошлом году искала себе теплицу и в интернете нашла выставку-продажу на Кит-интерьере. Туда приехала. Там очень добрые, отзывчивые менеджеры. Мне посоветовали, посчитали. Меня все устроило. Я там приобрела себе теплицу 2,5 метра в ширину и на 10 метров в длину. Очень довольна теплицей. Вот настолько довольна. Туда заходишь, там как дома. Там такая аура приятная. Там вот выходить даже не хочется. Что сподвигло приобрести эту теплицу? Потому что крабы с четырех сторон крепеж. Я как бы знаю, что когда с четырех сторон все это закручивается, это навсегда. Меня подкупило еще то, что она оцинкованная, ее не красить не надо, она не будет не ржаветь. Поликарбонат сам хороший, светлый, растениям там комфортно, они прям радуют. В этом году Светлана решила сделать необычный подарок своей подруге с пользой. На день рождения она подарила ей теплицу, предпочтение менять не стала, снова выбрала теплицу народную. В комплект теплицы входит все необходимое для монтажа и установки, а также метровые анкера для крепления в грунт. Опытные специалисты за 2,5 часа установили теплицу под ключ. В данном варианте теплицы двери широкие, форточки большие. По сравнению с другими видами производителей, там поуже двери и форточки чуть выше и покороче. Здесь абсолютно все устраивает. Очень хорошая теплица. Большое спасибо производителю. Я наблюдала, смотрела. Они собирали сначала частями, потом все-таки мужчины есть, здоровые парни. Все собрали, моментально все. И скрутили. Вот у них так все заладилась работа. Приятно смотреть. Подарок подарили парник. Парник стандартный. Дуги и агроволокно – подарок чудесный. То есть можно сейчас морковку, парничок накрыть, и все, и всем будет хорошо. Если мы любим ранние овощи, раннюю зелень, салаты, шпинаты, без теплицы делать нечего. Для удобства амичей и сельских жителей выставка теплиц организована в двух удобных точках города. От производителя у Кит Интерьера и от дилеров на площади у Континента. Выбор большой. При покупке теплицы вы получите в подарок 30% скидку на монтаж и парник. Акция продлится до 30 мая. Все подробности по телефонам 50 50 23 или 50 50 31.